Привет, зритель! Мои парфюмы на июль. Я думаю, большая часть из них, они традиционные, примерно на ту самую жару, которая вот сейчас началась в июне. И в июле грозится продолжиться. В общем, тут будет практически один сплошной фраше, и по ходу дела почти, практически все снятости. По крайней мере, я не знаю, это вроде еще не, больше не выпускается. Его то снимали, то продолжали, то оставляли, то продавали, то нет. Это зеленое дерево. Кеньская вода, она же одеколон. Чайное зеленое дерево. И фраше. Очень мне нравится. Он все еще так же и пахнет. Я с ними в 2011 году познакомилась. Вот. Когда-то их то в подарок за заказ дарили, то я сама покупала, то и другое. У меня еще некоторые люди в окружении его любят. В общем, вот. Вот этот вербена. Кто-то из подписчиков поделился своей коллекцией в прошлом году. Тоже кеньская вода, и она тоже снятость, тоже и фраше, и она пахнет, ну, более чуть-чуть так вот. Они как бы схожие, такие вот на самую жару. Можно практически, хотела сказать, окачиваться, вот, опрыскиваться с ног до головы. Освежающие очень. Леденцы напоминают одни. Дюшес. Вот есть что-то такое. Зеленый чай от Элизабет Арден, но более мягкий такой, чуть более нежный и менее стойкий, чем вот этот вот. Это мне в свое время отдала или дарила, я уж не помню, Ленка Снегирева. Сейчас она вам уже не Снегирева, ибо в разводе, ну, короче, не суть важно. В общем, это один из моих любимых ароматов и одни из первых духов. Мне мама в свое время подарила Биг Мосс, и вот Элизабет Арден зеленый чай. Я в свое время даже хотела собрать всю коллекцию зеленого чая. У меня какие-то несколько вариаций было, но по большей части зеленый чай как туалетная вода, и как, не помню, есть у нее там парфюмерный рент. Но зеленый чай еще какой-то. Я помню, тогда был какой-то медовый зеленый чай, лавандовый зеленый чай. Ну, как-то он у меня до коллекции так и не дошел. Нежный, тонкий, свежий аромат, очень мне нравится, вот все такое с зелеными нотками, желто-зелеными даже, можно сказать, зелено-желтыми нотками. И я им очень люблю пользоваться, когда жара. Вот на себя вот так выливаешь, вот, допустим, вышел из душа, минут через 10 уже весь такой сухой и жарко, и попрыскался, и вообще кайф. И то, что у меня, вроде, я думала, будет в пустых баночках, ну, закончится в этом месяце, в июне, но пока вот не закончилось. Я сегодня вспомнила, когда пошла на пляж, забыла попрыскаться, и вчера, когда пошла в сад, тоже забыла попрыскаться. В деревне как бы я духами не пользуюсь, потому что меня и без духов пчелы кусали. А здесь я усиленно его юзала, это тоже подарок. От одной из подписчиц поделились со мной в прошлом году своей коллекцией фрашевской. Парфюмерия, это снятость фрашевская, Плезир Натур, коллекция карамельная груша, туалетная вода, карамельная груша, 100 мл. Вот. Я как бы тут хоть 100 мл, и они до сих пор еще живы, но когда я ими душусь, то ощущение может со стороны касаться, вообще ощущение, так будто я на себя там чуть ли не литр его выливаю. Кстати, раз уж я их открыла, надо подушиться. Вот тоже карамельки Дюшес, но более такие карамельные, более такие сладкие. Груш карамель я, кажется, не пробовала, но вот может быть грушевый джем какой-нибудь напоминает, потому что сейчас что-то вспомнилось из всех варений, вот грушевый джем, грушевый компот, вкусные такие. Я не помню, какие они по стойкости, но в принципе вот... По времени как бы хватает, не хватает, но на себя выливаешь и, в принципе, ощущаешь на себе довольно приличное время. А если на шмотку прыснуть, то тоже, в принципе, ощущается довольно долго. Дольше, чем на себе. Вот. Вот такой у меня обзор парфюмок на июль. В принципе, они все такие более-менее свежие ароматы. Этот более сладкий относительно тех свежих. Но... Мне кажется, вот этот аромат, он вообще универсальный. Он и на Новый год, и на зиму, и на лето, и на весну, и на осень. А вот те, они как бы по большей части, я их пользую, конечно, только летом, когда жарко. Но бывает иногда, что и в какие-то другие времена года, когда не жарко. Но
Они у меня вот так вот, этот-то стоит годами так вот, и зеленый чай, оба зеленых чая. Именно вот так лето, стоят-стоят, лето закончилось, они ждут-ждут, лето так, лето опять началось. Всем спасибо за просмотр, если вы что-то такое вот юзаете, именно в жару, дайте знать в комментариях или юзайте что-то другое. В общем, в любом случае, я почитаю ваши комментарии, поставлю всем сердечки. Всем пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.